Золото давно перестало быть признаком роскоши. А при отсутствии чувства меры, оно легко может стать признаком дурновкусия. Еще Коко Шанель говорила, что бижутерии могут носить только женщины с хорошим вкусом, а остальным приходится довольствоваться золотом. Это действительно так? Ведь бижутерию нужно уметь подбирать, сочетать и выгодно преподносить на себе. Итак, рассмотрим топ самой модной бижутерии на весну-лето 2021, которую будут носить женщины с хорошим вкусом и чувством стиля. Серьги-бублики. Все новое – это хорошо забытое старое. Все мы помним серьги-бублики, которые были в моде у наших мам или даже бабушек. Но мода циклична, поэтому мы снова наблюдаем в новых коллекциях украшений знакомые нам формы. В тренде металлические бублики, из поделочных камней, но самым хитом становятся бублики-трансформеры. Их модно нанизывать один на другой, меняя цветы и размеры. Стоит отметить, что такие серьги очень универсальны и подходят под большинство стилей, в том числе и под классический. Массивные цепи. Короткие, но крупные, одиночные и многоярусные шейные цепи остаются с нами в этом сезоне. Это очень эффектное, стильное украшение, которое выделяет свою обладательницу из толпы. Плюс таких цепей в том, что их можно носить с чем угодно, с футболками и шелковыми блузами, с маленькими черными платьями и с пиджаками, со свитерами и даже под спортивные костюмы. Колье с жемчугом. В этом сезоне одним из трендовых украшений является жемчуг. Причем не в классической форме гладких бусин, а в неправильной форме, где одна бусина не похожа на другую. Модные шейные украшения из жемчуга скомбинированы с цепями, что придает им оригинальность и современность. Такие колье отлично подходят под классический стиль, под романтический, а также под самый популярный кэжуал во всех его оттенках. Крупные многоярусные браслеты. Для любительниц украшать свои запястья дизайнеры представили массивные многоярусные браслеты, где основными материалами являются металл и кожа. Подобные украшения модно носить поверх джемперов, рубашек, водолазок, свитеров. Летом их смело можно надевать на голое запястье под блузки, футболки, платья с коротким рукавом. Как уже совершенно понятно, в 2021 году создатели украшений сосредоточились на крупных, броских изделиях. В тренде большие кольца оригинальных или лаконичных форм. Можно надеть несколько тонких одинаковых колец, чтобы достичь эффекта массивности. Но вот несколько крупных колец, особенно на одну руку, надевать не стоит. Массивные кольца. Стоит помнить, что грамотно подобранная бижутерия способна преобразить аутфит, сделать его более интересным, более ярким и эффектным. Но главное правило в ношении массивных украшений – это умеренность.